10 сентября в бесплатную ветсанчасть. Поступил пациент с шансами выжить 50/50 из-за полученных травм. Маленький не только по возрасту, но и по размеру ГАВС попал под колеса автомобиля. С сотрясением мозга и переломами задних лап он был помещен на лечение. На протяжении 2 месяцев ГАВС проходил восстановление в нашей бесплатной ветсанчасти. За это время мы успели найти его настоящих хозяев. И теперь малыша по кличке Макс очень ждали дома. Когда раны ГАВСа полностью зажили, мы вернули его в семью. Еще один хвостик спасен в бесплатной ветсанчасти. И еще одна семья воссоединилась. Берегите друг друга, любите и не теряйте. Мы первая в России бесплатная ветсанчасть, команда спасения верновцев. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал и участвуйте в спасении животных.